Современная журналистика стремительно развивается. Сегодня она нуждается в новых методах работы, и в этой связи очень важен обмен опытом. Нашу страну нередко посещают настоящие акулы-пера с интересными мастер-классами. Американский журналист с большим опытом Джин Гарнер тому не исключение. Она провела небольшой мастер-класс для журналистов телеканала НТС. Это мой первый визит в Кыргызстан. За время пребывания я могу подчеркнуть, что в вашей стране наблюдается положительная тенденция. Сотрудничество между медиа-организациями очень хорошо налажено. За плечами журналиста большой опыт работы в медиасфере, более 30 лет. За это время она успела поработать в разных организациях. Сейчас Джин проводит мастер-классы в странах Европы и Центральной Азии. Главной темой тренинга стало современное состояние масс-медиа в Кыргызстане и других странах. В современных медиа очень важно умение работать с аудиторией. Журналист в первую очередь должен заслужить доверие общества. Тренинги и мастер-классы в последнее время – обычное явление. Такие мероприятия позволяют разным сферам деятельности развиваться и идти в ногу со временем.